Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Фарзафон, который продлится с 23 по 30 марта. Ну что, поехали! И за первое испытание можно получить 35 тысяч опыта. Чтобы его выполнить, вам необходимо продемонстрировать технику на хвосте 5 раз. Для этого вам потребуется какое-то время двигаться прямо за соперником. Но сделать это проще всего в гонке на старте. За второе испытание можно получить автомобиль из Хала Вепр. Для его выполнения вам потребуется любой экстремальный внедорожник. Ну а нужно всего лишь завершить 3 уличных гонки. За третье испытание можно получить 55 тысяч кредитов. Для этого и следующего испытания вам понадобится автомобиль Вепр из второго испытания. Но для выполнения этого испытания вам достаточно просто победить в любой гонке. За последнее испытание можно получить 3 призовых игры. Вам опять понадобится автомобиль Вепр и знак опасно West Point. Но для выполнения испытания вам достаточно набрать 2 звезды. Главное стараться сохранить максимальную скорость и объезжать кочки. Ну а главный приз за этот Фарзафон – это автомобиль Вепр из Хала. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить новый Фарзафон, который стартует 30 марта. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий.